И ты тоже держи удар от моего меча. Все, умирай. Ё-моё, тут еще какой-то жесткий пацан пришел. Вот этот уже пацан. О, не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нет. О, я живой, я живой. Наверное, вы не ожидали тут меня увидеть. Ну, в общем, я захватил данный канал. Ладно, я шучу, я просто хотел предложить подписаться на мой канал. Я не очень люблю себя нахваливать, но чуть-чуть расскажу о своем канале. На моем канале вы найдете очень много различных и очень смешных видеороликов, такие как SkyWars, BedWars, а также я записываю различные ролеплеи в Майнкрафте. На данный момент я имею свыше 200 тысяч подписчиков. И хочу сказать, что все видео очень качественные, ведь они сняты в 60 FPS и 1080p. Так что быстрее переходи, а то сейчас начнется ролик, а я ведь жду именно тебя. Йоу, всем привет, ребят, с вами Атумка, и сегодня мы поиграем в SkyWars на сервере Hypixel. На сегодня я придумал один очень интересный эксперимент, и как вы помните, недавно у меня вышел ролик с экспериментом по поводу того, сколько же дизлайков может набрать мой ролик. И тот ролик набрал уже более 2300 дизлайков. И, кстати говоря, это достаточно немало. Ну и поэтому я решил провести новый эксперимент, и заключаться он в том, что я хочу, чтобы вы все написали комментарий. И тем самым мы проверим, сколько же комментариев максимум может набрать мой ролик. Так что прошу вас написать комментарий под этим роликом. Абсолютно любой комментарий, неважно что, просто напишите любой комментарий. Вот прям каждый из вас. И посмотрим, сколько же комментариев максимум может набрать мой ролик. Если мы наберем более 300 комментариев, то можно считать уже этот эксперимент удачным. Ну и если я увижу то, что реально, как бы люди участвуют в этом эксперименте, то я буду придумывать еще всякие экспериментики и буду их опять же проводить. Ну а пока что у нас ролик по SkyWars. Кстати говоря, данный ресурс пак я вам скину за 400 лайков. Ну и поэтому желаю вам приятного просмотра и погнали же к самому ролику. Йоу, наш первый раунд, играем мы на карте, которая называется у нас Шар. И как я говорил в самом начале, сегодня я хочу провести такой экспериментик по поводу того, сколько же комментариев сможет набрать этот ролик. Поэтому хочу попросить каждого из вас написать комментарий этому ролику, абсолютно любой, даже не важно какой. Вау, почти в рифму. И просто мы посмотрим, сколько же наберется комментариев. Тем временем тут какие-то два пацана опасненьких, так что опа-на. Нет, я думал, один будет идти к нам, но нет. Вы, думаю, сейчас отъедете по каким-то непонятным причинам. Первый уже отъехал, второй, в принципе, тоже уже отъехал. И начало у нас, кстати говоря, вполне себе неплохое. Я надеюсь, на этом ролике сможет набраться более 300 комментариев, так как если наберется 300 комментариев и более, то это на самом деле будет достаточно круто. Тем временем нападаю на этого парня. Здравствуй. Это было немножечко резко. И также, кстати говоря, я подал заявку на ютуберку на Hypixel. Я надеюсь, что мне скоро ее уже выдадут. Я прям очень сильно этого жду. Подал заявку я пару дней назад. И, в общем-то, теперь меня осталось лишь ждать. Я очень надеюсь, что ее примут. Но по сути должны принять, так как я подхожу под все, скажем так, критерии. Правда, к сожалению, они отвечают немножко долго, но ничего страшного, я подожду. В принципе, мне не сложно. Главное, чтобы ее вообще выдали. Я тем временем сейчас возьму эндерперл и куда-нибудь катапультирую. Здравствуй, парень. Я к тебе тпк. О, так ты не один, тут еще твой дружбан есть. Ну-ка, первого мы убили. Ну-ка, дружбан, иди сюда. Куда ты пошел? Ну-ка, я иду с другой стороны. Опа, на, здравствуй. До свидания. И сейчас пойдем мы еще к одному пацану. Сейчас мы ко всех просто эндерперлами будем тпхаться, всех убьем. Парень, давай, давай, давай. Отъезжай отсюда. Давай, парень, давай. Давай, давай, умирай. О, давай. О, отлично. О, лол. Что? Я думал, еще пару человек осталось. У меня целых 13 эндерперл. Я думал, сейчас буду ко всем тпхаться. Ну ладно, в принципе, первый раунд мы выиграли, так что давайте же мы перейдем ко второму. Йо, вот и второй раунд. Играем мы на карте, которая называется у нас Платеау, или как она там произносится. И я сразу пойду строиться для того, чтобы убить этого паренька, который идет лутать сундучок, который я планировал залутать. Ну-ка, парень, улетает сюда, потому что сундук, по сути, должен быть моим. Ну и в общем, сейчас я пойду к моему соседцу, посмотрим, что у него там как живется. Принимай. Ко меня, опа, на, я пришел, не скидывай меня, пожалуйста. Я пришел по мирным причинам. Ну-ка, давай, я тебе, ладно, так уж и быть, это не мирные причины, я пошутил. О, тут еще снизу какой-то пацан, здорово. Здравствуй, его дружбан. Извини, но ты должен пойти в комплекте с ним, отлично. И кстати, совсем забыл сказать то, что я купил себе новый телефон. Я сделал об этом пост в своей страничке ВКонтакте. Поэтому, если вам интересно, можете зайти на мою страничку ВКонтакте, которая есть под каждым роликом, как бы по ссылке в описании, и там, как бы, посмотреть, что за телефон, туда-то, сюда-то. Ну и я обещал еще где-то месяц или два назад, то, что когда у меня будет новый телефон, я начну, как бы, делать всякие фотки и скидывать вам фотки, потому что все уже мечтают, боже, когда же Тумка начнет фотки всякие показывать свои. Поэтому я сейчас как бы разрабатываю этот план. Тем временем, ё-моё, какой мощный пацан. Ой, капец, ты бьешься, пацан, уходи отсюда, ё-моё, как он так дерется-то. Научи меня тоже так, плиз, пожалуйста, братан, научи меня так же, я тоже так хочу пвпшиться. Ладно, сейчас попробуем дубль 2, попробуем его еще раз убить. Ну давай, 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 пацан, ну-ка, давай, тут едешь сюда, ё-моё, это было честно сложно. Пацан реально заслуживает респекта, потому что он реально классно пвпхался. Ну, либо это читиксы за него пвпхались, но не, скорее всего, мне кажется, это он сам так играет. И, в принципе, ну чё, прошники как бы тоже бывают, почему бы нет? Тут уже на нас выпендривается двойная тима. Ну-ка, чё вы такие опасные? Ща вам покажу, короче. А, нужно мне как-нибудь подготовиться, я выпью свифтуху, чтобы быть быстрым очень. И просто, наверное, перепрыгну вот так вот. И здравствуйте, парни. Ну что ж, давайте сейчас побазарим один на один. Или вот. А, это мой тиммейт, окей. Так, второй пацан, не скидывай меня, пожалуйста. Не надо меня скидывать. Не надо меня скидывать, иначе ты пожалеешь об этом. Все, мы тебя тоже убиваем. И лол, мы выиграли тоже второй раунд. Кстати, мы сделали целых 7 киллов. Это на 1 килл больше, чем в первом раунде. Ну и поэтому давайте же мы приступим и к третьему раунду.
раунду. И вот наш финальный третий раунд. Играем мы на карте, которая называется у нас трибуты. Я сейчас залутаю все сундучки и побегу всех убивать. Я надеюсь, что у меня это получится. Особенно-то с таким крутым фиолетовым ресурс-паком, который, опять же говорю, скину я вам за 400 лайков. И по поводу фоток, честно говоря, я не знаю, что делать. То есть скидывать фотки тупо на страничку ВКонтакте, как многие делают, либо завести Инстаграм свой, либо что. Я пока над этим еще не думал, так что, если у вас есть какие-то идеи, можете мне написать либо в ЛС ВКонтакте, даже насчет этого, я в принципе не против буду узнать ваше мнение, либо просто в комментарии под этим роликом. Просто узнать ваше мнение, как бы что лучше делать там. Выкладывать фотки либо в своей группе ВКонтакте, либо на страничке ВКонтакте, либо просто Инстаграм завести. В общем, выбор за вами, так что вы мне напишите, пока я тут этих двух челиков убью. Ну-ка, первого мы уже убили. Чай, второй, ты не тоже не сбежит от нас. Ну, я тем временем здесь встречаю еще одного паренька. Так что, парень, привет. Не хочешь ли ты попахать со мной? Не желаешь ли ты почувствовать урон моего меча? Все, я думаю, ты его почувствовал. Просто испытал его во всей красе. И вон там еще один паренек. Сейчас мы постараемся не перекинуть эндерперл. Всю фух, а то я думал, что сейчас не попаду эндерперла. Ну-ка, давай-ка мы тебя рукой скинем. Ну-ка, давай, мы тебя рукой запинаем. Ну-ка, давай. Сумо, бойцы, давай. Иди сюда. О, все, отлично, мы тебя рукой скинули. И тут, как я вижу, намечается какая-то драка. Сейчас мы в ней как бы попринимаем участие. Здравствуй, парень, держи. И ты тоже держи удар от моего меча. Все, умирай. Ё-моё, тут еще какой-то жесткий пацан пришел. Вот этот уже пацан. О, не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. О, я живой. Капец. Ну, в общем, пацан, ты все видел. Я живой. Это значит то, что мне это было предначертано судьбой. А значит то, что мне предначертано судьбой выиграть эту каточку. Так что, парень, иди сюда. Ну-ка, давай, я тебя отомщу за то, что ты пытался меня убить. Давай-ка. Куда ты там уходишь, братан? Ты ж далеко не пойдешь. Че, типа ловушку мне какую-то устроить хочешь? Ну-ка, давай, сейчас проверим мы твои ловушки. Опа, на. Все, первым мы скинули. Тут еще один пацан находится. Надеюсь, килл получу я за обоих. И каточку мы выиграли. Кстати, килл получил я как раз-таки за обоих. Ну и в общем, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам ролик понравился. Также не забывайте про наш эксперимент насчет того, сколько комментов сможет набрать этот ролик. Так что пишите абсолютно любой комментарий и посмотрим, что же из этого получится. Ну и еще последняя штучка. Можете мне написать в комментариях, либо в личном сообщении ВКонтакте, что же лучше придумать с фотками. Ну а на этом все. Всем до новых встреч. Увидимся в новых роликах. Желаю вам всего самого лучшего.